школу. В школу надо идти. Надо в школу. В школу пора. Всем привет! Меня зовут Маша. И вот уже закончились зимние каникулы. И завтра в школу. Ты любишь каникулы? Если да, то пиши какие. Зимние, летние, осенние, весенние. И смотри, как я собираюсь в школу. Эти нудные зимние каникулы, они длились просто вечность, и они были такие скучные. А сейчас пойдем в школу, начнем учиться, нам будут задавать домашнее задание. Класс! Это кошмар, жизнь окончена. Это конец света, и это никак не исправить. Завтра идти в школу. И закончили зимние каникулы. Они что, один день всего лишь длились? Вот мой рюкзак. Сейчас я его буду складывать заранее, чтобы ничего не забыть. Мой рюкзачок чистенький, душистенький. Я его на каникулах зато успела помыть. Там внутри тоже весь чистенький, красивый. Так, где мой портфель? Так, под елкой его тут нет. Так, под столом тоже ничего нет. Может, под кроватью? И тут ничего нету. Куда же я его могла закинуть? Что тут делает мой портфель? Что тут делает вообще портфель на кухне? Да еще и возле мусорного ведра. Чего себе я его закинула, когда обрадовалась каникулам. Все домашние задания и даже задание наперед складывать в портфель на завтра. Аккуратненько. Я его еще сначала каникул забыла разобрать. Тут банан уже сгнивший. Ну и тетради. Что-то неохота его уже собирать. Так, на портфель все же нужно собрать. Но я же не сделала уроки. Нужно посмотреть хотя бы, что задали. И быстренько сейчас это все сделаю. Сколько задали. О, боже мой. Сколько задали уроков на эти каникулы. Я за пару часов точно не сделаю. Ладно, пойду с несделанными уроками. Какая разница, кто проверяет после каникул уроки? Вот так. На каникулах нам задали внеклассное чтение. Нужно прочитать книгу и принести ее в класс и рассказать о ней. На каникулах я прочитала очень много книжек. Удивительное приключение кролика Эдварда, золотой ключик, вот такую вот большую книжку мудрых рассказиков, книжку про Новый год, еще волшебник изумрудного города, сказки зарубежных писателей, желтый туман и семь подземных королей. Интересно мне все эти книги с собой нести? Я хочу взять все, они все очень интересные. Но нужно выбрать одну, потому что все эти книги не поместятся в этот маленький портфель. Выберу. Про приключения кролика Эдварда. Это очень интересный рассказ. Так, на каникулы нам задали прочитать какую-то книгу на выбор. Но я не успею уже точно прочитать книгу какую-то. Да и книг у меня дома немного. Посмотрю, какие у меня книги сейчас есть дома. Так, раскраска антистресс. Каталог Барби принцессы. Каталог Бенетон. О, Теремок! Отлично, подходит. Я его еще в годик читала.
Еще в школу нужно взять вкусный и полезный перекус. И у меня с собой есть вот такая вот вкусная мама. Это сладкие кукурузные палочки. Что? Лакомство плюс сюрприз. Это какая-то новинка. Я не могу удержаться. Открою тихенько дома. Я, кажется, нашла сюрприз. Какой приятный сюрприз. И кукла вот такая вот, просто крутая. И она мне чем-то напоминает кукол Лол. У нее миленькие глазки, ручки гнутся. Платье просто сказочное. Все, теперь буду покупать только такие упаковки вкусно, мама. Я в школу возьму и кукурузные палочки. А еще мне в школу нужно взять полезный, вкусный и модный перекус. Так, посмотрим, что у меня тут есть. Пустая. Ладно. Это тоже пустая. Это тоже пустая. Вы представляете? Пустая. Ну, может, хотя бы это полное. Пустая. У меня закончилась вкусная мама. Теперь я в школе буду голодная. Так уж и быть. Еще на завтра я тоже уже подготовила. Я уже их погладила даже. И завтра мне придется всего лишь их одеть. Так, портфель собран. Теперь нужно приготовить одежду на завтра. Какую же мне одеть? Пойду посмотрю в своем шкафу. Так, а где же мои белые школьные вещи? Тут ничего нет. Может пойти в стирке посмотреть? Вот теперь будем искать. О, гольфик. Фу, какой он мятый и грязный. Но мне кажется, подойдет. У меня выбора нет. Придется одевать его. А, еще штаны тут нужно найти. Собирайся, опоздаешь в школу. Маш, а ты чего тут лежишь? В школу опоздаешь. А ну быстро в школу. Быстро в школу. В школу надо идти. Надо в школу. В школу пора.